Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем в третью часть бета. Наши три тоталы Агентс Бэтл Симулятор. Альфа-версии я ее еще не менял, то есть это наше третье видео, третье прохождение нашей игры. Так, опять я нашел вопросы. Напоминаю, что заранее подпишитесь на мой канал Лубас. И с вами я ВКонтакте, мой ID ВКонтакте 53 55 54 53. Добавляйтесь, я принимаю всех. Понимаю только тех, кто напишет мне в комментарии под любой записью, типа добавь мне друзья, я добавлю. А если вы не напишете, то оставляйте. Оставайтесь. Понятно, короче, это подключено. Так, в этой части я хотел вам показать что-то. И кто победит, ставки ваши, ребята. Ну что, сейчас будет, я даже не знаю. Кто выиграет, не выиграет, я даже не знаю. И вот, сразу с одного удара выигрывает Блуэ. Так. Напоминаю, что после этой записи будет новое видео про эту игру, и там будет видео про немного другое что-то. Там будет реальный став, я покажу только половину видео, там будет про боксеров, и вы должны в комментарии написать свой став, кого вы поставите, на команду Редов или на команду Блу. Если ваша команда побеждает, то вы получаете пересылку там в какой-нибудь игре, ну типа в Стиме я вам подарю что-нибудь. Я там, если у вас есть Дота, если у вас Фортнес есть, если у вас Тейнгол есть, если вы побеждаете в этой ставке, любой, сколько вас не будет там, ну, короче, если у вас будет дофига, все равно я вам все пошлю, все, что вы захотите, любой подарок. Короче, всего из трех игр. Это CSGO, Dota 2 и Team Fortress 2. Запоминайте. CSGO, Dota 2 и Team Fortress 2. Любой подарок, если ваша ставка реально попрет и вы выиграете. Только когда вы реально выиграете, я объявлю тех, кто выиграл. Следующее видео после этого видео. В общем, все понятно. Давайте посмотрим кикбоксы. Так, ладно. Так, у нас, смотрите, сколько боксеров-то есть. Так. Ну, смотрите, вот стоит такое. Там, слышите? Как это называется? Не знаю. Там дерутся, там боксеры, а эти не танцуют. Это вообще что такое? Ну и все, разошлись они. Понятно, давайте этих боксеров и просто давайте немного характеров добавим и шелдеров. И немного еще давайте фортус. То есть. Так, ладно, у нас есть лучники, другие лучники и шелдеры, которые сейчас сами замочат. Так. И против тех же боксеров. Так. Я реально уже не хочу назвать. Боксеры будут бить наших лучников. Да, они вроде пытаются кого-то убить, кого-то убить. Да, ничего не получается ничего. Так, сегодня подходит и удар. О, круто. Так, ладно, друзья, чистим. Давайте теперь ну давайте такое количество. Вот, смотрите, футманы, то есть меченосцы, против боксеров, которые на руках. Так, ну наша команда победила. И в общем как-то так. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео, снимайте еще проект. По эту игру видео.
Ну а я сейчас иду просто снимать другое видео, так что я снял слишком маленькое видео. В общем, ребята, все я вам рассказал. Конкурс будет. А вот ставить, когда наверху, это будет где-то числа 23-го. В общем, ребята, 23 августа, 23 августа будет конкурс, там будет типа ставки. Ставите ставки на любого игрока. Пишите, я ставлю на Реда или я ставлю на... Если побеждает Ред, я вам даю другой подарок из тех игр, которые я раньше ставил. Или если Блу побеждает, я тоже даю. То есть, ограничения. Призы назовут только тем, кто тем, кто первый напишет. Это сообщение. Я за Реда, я здесь человек мой. Вот. Если выиграли 10 человек, если там было еще примерно 20 человек, то только кто первый 10 человек написал, те 10 человек. Поэтому, если вы победили, то радуйтесь, я вам могу дать все, что вы хотите, хоть мраморный градиент, ребята. МГ, ребята. В общем, всем спасибо за просмотр, еще раз, и всем пока.